доброго времени суток. Однажды, вставив свою флешку или какое-либо другое USB-устройство в USB-порт, вы обнаружили, что флешка перестала определяться, и вы получили одно из подобных сообщений. Вот варианты данного сообщения на разных операционных системах Windows. USB-устройство не опознано. При том, что на других компьютерах ваше устройство прекрасно определяется и работает. В чем же дело? А дело в том, что при установке драйверов вашего устройства однажды произошел сбой. И поэтому ваше устройство перестало определяться нормально. Поправить это довольно несложно. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Так как каждое USB-устройство имеет свой драйвер, а иногда драйверы имеют такое свойство выходить из строя, то последующие действия у нас будут строиться на переустановке данных драйверов. Что для этого делаем? Для этого нам понадобится диспетчер устройств. Универсальный способ найти диспетчер устройств, один из простейших, это зайти в мой компьютер, в пустом месте нажать правой кнопкой мыши и выбрать свойства. В левой колонке находим ссылку диспетчер устройств. Получив доступ к диспетчеру устройств, вставляем нашу флешку и смотрим внимательно, какое устройство появится. Повторите данную манипуляцию до тех пор, пока не вычислите, какое именно устройство относится к вашей флешке. В моем случае это запоминающее устройство для USB. У вас может быть оно определиться как неопознанное устройство. Будьте внимательны. Далее необходимо удалить данное устройство. Вытащить вашу флешку из USB-порта и вставить обратно. После чего все драйвера установятся заново, и ваша флешка определится, как определялась ранее. Спасибо за внимание.